Хелена Скирмунд родилась в 1827 году в имении Колодное под Пинском, в семье, принадлежавшей древнему шляхетскому роду. Была племянницей художника и композитора Наполеона Орды, который позже оказал большое влияние на ее творчество и сохранил некоторые из ее работ. Хелена с детства имела проблемы со зрением. В 13 лет отправилась на лечение в Вильно. Врачи запретили ей читать книги, но позволили рисовать. Хелена начала брать уроки живописи, делала зарисовки природы и архитектуры. В 18 лет поехала в Европу, где навестила Наполеона Орду и продолжила обучение рисованию. Через несколько лет проблемы со зрением обострились, и Хелена решила заняться скульптурой. Это меньшая нагрузка для глаз, хоть и довольно дерзкое занятие для женщин того времени. Хелена Скирмунд создала серию гипсовых медальонов и скульптур на историческую тему, основателя и первого правителя ВКЛ Миндовга, князя Гедемина. Особенной работой стала шахматная армия короля Яна III Собесского. Ни одна из фигур этих шахмат не повторялась. Важное место в творчестве Хелены Скирмунд занимала и религиозная тематика. Фигуры святых, алтари, фризы, скульптура распятия Христа, копия Юровической иконы Божьей Матери. Почти все работы, к сожалению, утрачены во время Второй мировой войны. За участие в восстании 1863 года Хелена была сослана в Тамбов. Через несколько лет смогла вернуться на родину в Полесье, но уже с окончательно подорванным здоровьем. Почти сразу же заболела дифтерией и вскоре умерла. Первая белорусская женщина-скульптор Хелена Скирмунд. Человек, изменивший мир искусства.